Около 140 тысяч тюльпанов появятся на прилавках магазинов в Красноярске. Сегодня в теплицах Управления зеленого строительства начали срезать цветы к 8 марта. Перед поставкой в магазины каждый тюльпан проходит отбор. Форма бутона, высота стебля должны соответствовать определенному стандарту. Отметим, что везут луковицы из Голландии. В этом году в Красноярске вырастили тюльпаны 25 сортов. Это на 6 больше, чем в прошлом. И среди них есть уникальные. Попугайные обязательно будут. У нас один сорт, он с переливами от красного до фиолетового. Сейчас он еще не подошел, то есть он будет буквально к 8 марта, чтобы люди могли купить свежий цветок обязательно. Самые популярные тюльпаны, как и прежде, белые, красные и желтые. По словам цветоводов, сорт и цвет не влияют на цену. Как и в прошлом году, стоимость одного тюльпана – 60 рублей. Поставки в магазины начнутся в ближайшие дни, но большую часть будут готовить к 8 марта. До продажи все цветы в специальных хранилищах на место срезанных высеивают рассаду – петунии, бегонии, герань. Их готовят для городских клумб, но первыми уже в мае красноярцев порадуют тюльпаны, которые высадили еще осенью.